UTM Motion Pictures и Tirupati Brothers представляют. В фильме снимались Ария, Мадхаван, Самира Редди, Амала Пол, Насер, Ашутош Рана и другие. Хореографы Раджу Сундарам, Бринда. Оператор Нира Шах. Композитор Юван Шанкар Раджа. Продюсеры Рони Скрувала, Субхаш Чандрабос. Автор сценария и режиссер Лингу Сами. Зачем моего змея подрезал? Он сам порвался. Иди отсюда. Что уставился? Вали. Ты меня ударил? Ну погоди, я младшего брата позову. Кто ударил моего брата? Попробуй к нему прикоснуться. Да я его по песку раскатаю. Что ты сделаешь? Ты еще дерешься? Я тебе сейчас. Будешь еще ввязываться в драку? Папа, не надо, не надо, папа! Будешь еще? Будешь? Папа, не надо, папа! Будешь? Сколько раз я тебе говорил? Ему же больно, папа! Когда ты будешь слушаться? Отвечай! Папа, не бей его! Отвечай! Не буду больше! Еще одну драку увижу, убью! Больно? Похоже, старшему здорово досталось. Уж слишком ты на него набросился. Да нет, это младшему досталось. А старший только кричал.
Младший вообще рта не раскрыл. Представь, что было бы, если бы я бил старшего. Вот оно что. Возьми. Он же меня бил. Ты-то что ревешь? Он бил тебя из-за меня. Больно, да? А ты как думаешь, если тебя секут ремнем? Но когда тебя бьет отец, ты же не можешь дать ему сдачи. Вот я и терпел. Не надо бояться кого-то ударить или от кого-то получить. Не бойся, зажигай. Зажигай. Сейчас, папа. Он до утра будет возиться. Зажигай. Ради брата. Thank you.
Почему такой внезапный перевод? Я не собираюсь молчать, даже если меня переведут. Та же форма, та же служба. Посмотрим. Может, нам успокоиться на время? Они допускают грубейшие ошибки, а мы должны смотреть, не защищая их. Где ты нашел этих джентльменов? На следующей неделе меня переводят, скажи им, чтобы готовились. Я в кино, потом перезвоню. Извини, братец. Этот парень облил кофе нашего босса. Пропустите. Куда ты так торопишься? Да я там столкнулся с каким-то типом. Что, с меня пример берешь? Да нет, я нечаянно его толкнул. Они теперь ищут меня. По виду настоящие бандиты, мне страшно. Не бери в голову. Смотри кино. Это они. Кино смотри. Я боюсь. Разберемся. Не крутись. Но они подходят. Ну и пусть. Отойди, весь экран загородил. Да помолчи ты. Кто-то толкнул нашего босса, а для тебя кино важнее? Мне-то что, отойди. Ты что, разговорился? Знаешь, кто мы такие? Что у тебя за проблемы? Кто ваш босс? Спрашиваешь, кто босс? Этот что? Садись. Смотрите дальше. А это кто такой? Кому там больше всех надо? Держите его. Это не я, сэр. Я ничего не знаю. Отпустите меня, сэр. Я здесь ни при чем. Отпустите меня, сэр. Да я тебя прикончу. Эй, смотри. Что ж ты рубашку не погладил? Приятель, я не буду содовую, мы уже выпили целую бутылку, правда? Скажи им, а то они не слышат. Идем. Это была не драка, ничего серьезного. Не говорите отцу, ладно? А вы тоже в кино пришли? Мы попались. Мэри везде вас искали. Он прилег отдохнуть после работы и больше не поднялся. Он же говорил про перевод. Вот и...
Работа в полиции не по мне, я не хочу. Отец и дед были полицейскими. Мы должны продолжать традицию, соглашайся. А почему ты не идешь? Меня не возьмут. Почему? Мне 4 дела. 4 дела? За тебя заступался. Послушай, бандиты, пистолеты, суд — все это не для меня. Придумаем что-нибудь другое. Нет, ты немного робок, но если наденешь форму, люди будут тебя бояться. Это самая подходящая работа для тебя, брат. Ну что вы стоите? Скажите ему. Сынок, люди будут бояться, даже когда увидят тебя на отцовском мотоцикле. А надевая форму, постепенно ты сам станешь храбрым. Это место твоего отца. Его предложили тебе, а ты отказываешься. Он согласен. Подготовьте документы. Все будет в порядке. Идем. Чему вы так радуетесь? Тот парень согласился на ней жениться? Помолчи! Ты хоть иногда говоришь что-нибудь хорошее, он сбежал. Что же вы с ним сделали, раз он сбежал? Мы выдвинули очень жесткие требования. И какие требования?
Не трогай цветы. Меньше, чем за 15 не продам. Дай мне кокос. И смотри, чтобы хороший был. Отпусти меня. Сэр, он первый начал. Нет, это он, сэр. Идите. Идите отсюда. Держи. Не надо, сэр. Кто будет брать с вас деньги? Ничего, бери. Да, слушаю. Ты был прав. Полицейских все уважают. Двое дрались на улице, а как только меня увидели, разошлись в разные стороны. Какой-то парень сигарету бросил, когда я на него посмотрел, а лавочник не хотел брать у меня деньги. Да ну. Правда. И колокол как раз зазвонил. Это хороший знак. Это только начало. Вот увидишь. Думаешь? Ну ладно, я тебе позвоню, когда буду в участке. Пока. Возьми. Не надо, сэр. Бери, бери. Спасибо. Наверное, муж стащил твою сари, а ты шум подняла. Сначала... Приветствую. У него сначала спроси. Все поняла? Младший инспектор Тирумурти прибыл, сэр. Приказ. Простите, сэр. Ладно, удачи. Спасибо. Подними. Спасибо, сэр. Спасибо. Подпишите. Плохо слышно, наверное, из-за огня. Алло. Да, все кончено. Этот паршивец отправился на небеса. Думал, ему удастся спастись, если он прибежит в полицейский участок. Мы сожгли его прямо у них во дворе. Да не проблема. Они все наши люди. Я разберусь. Потом перезвоню.
Ты что там трясешь? Чай? Давай сюда. Ты же знаешь, в чем дело? У него проблемы с женой. Вот и поджег себя. Дурень. Так и напишешь в деле. Тут замешан большой брат. А ты знаешь, что случается с теми, кто ему перечит? Идем. Они сожгли его прямо перед полицейским участком, а вы стояли и смотрели. Кто эти люди? Ты здесь новенький, еще не то увидишь. Ну что, Алагу, они подожгли его прямо у вас на пороге. Довольны теперь? Мир будет охвачен злом, но справедливость победит и закон восторжествует. И где этот закон? Спокойно смотрит. Они всех здесь сожгут, и никто не пикнет. Смелости не хватит. Скоро таких ходячих костров будет намного больше. Вот увидишь. Однажды они сожгут и вас самих. Вот увидишь. Как же добьешься здесь справедливости? Мы уже видели. Его смелость стоила ему ноги и руки. А кто он такой? Он был здесь инспектором до тебя. Инспектором? Да. Сказал, что идет конфисковать товар большого брата. А большой брат не захотел его отдавать. Спустите его. Кула Шекхаран Пандиян. Мой груз прошел 18 постов, а ты хочешь его остановить? Какая самонадеянность? Извинись и скажи. Сэр, я больше никогда не буду совать свой нос в ваши дела. Я тебя отпущу. Кто ты такой, чтобы ставить мне условия? Я пришел засадить тебя за решетку. Тебе недолго осталось гулять на свободе, понял? И своими угрозами ты меня не напугаешь. Сурулай, что нам с ним делать? Он из Мадурая. Поэтому такой смелый. Отрубим ему руку и ногу с одной стороны. Что вы говорите? Пожалуйста, остановите. Что с тобой? Остановите, у меня голова кружится. Хочу выпить чаю. Да что ты? Уже закружилась. Два чая. Мари молчать не будет. Уже началось. А кто такой Мари? Соперник большого брата. Сначала он на него работал, а потом ушел и завел свой бизнес. Теперь у них вечно разборки. Тот, кого сожгли, был человеком Мари. Теперь Мари не останется в долгу. Начнутся погромы, нельзя будет по улице спокойно пройти. Тут может произойти что угодно. Идем отсюда. Видишь, будто какой-то благодетель. Это Мари. Помнишь человека, который брал твою подпись в участке? Да. Уже давно никто не видел улыбки на его лице. А что случилось? Мы как-то гнались за Мари. И тот убил его дочь прямо перед ним. Бедняга, он был в отчаянии. А мы так ничего и не смогли сделать. Полиция в этом городе просто игрушка. Закон диктуют эти двое, а мы стоим в стороне и смотрим на их игры. Я давно жду, когда появится отважный офицер, способный им противостоять. Но до сих пор этого так и не произошло.
Никто не хочет идти работать в наш участок. А ты-то как согласился? Просто удивительно. Алло? Ты где? В кинотеатре. У меня тут такое происходит, а ты кино смотришь? Я тебя не слышу. Отключился. Прикончи его. Ты где? Ну что, доволен, братишка? Что? Доволен? Ты знаешь, что это за место? Ты загнал меня в клетку с тиграми. Не нужна мне эта дурацкая работа. Все, я ухожу. Не бойся, я же с тобой. Где ты со мной? Послушай меня, не волнуйся. Не волнуйся? Подожди меня, я скоро. Ладно, ты приедешь? Приеду. Если не приедешь, я сам приду. Ладно, не дергайся. Уже еду. Хорошо. Это что такое? Зачем они дали нам это дело о похищении? Это не наша юрисдикция. Они говорят, школа девочки находится в нашем районе. Мари ее похитил. А с ним никто не хочет связываться. Поэтому они отдали нам это дело. Это верно. А нам что делать? Похитили дочь таможенника. Это какое давление? Надо что-то придумать. Иди сюда, Тирумурти. Сэр? Мари похитил дочку офицера таможенной службы. Ты должен найти ее. Попался. Все мне говорят, что нельзя доверять такое дело новичку, но я совершенно в тебе уверен. Ты отличный кандидат. Вот и подтверждение. Тебя ждут великие дела. Выполняй. Сэр, одну минуту. Живот прихватило. Ну что, счастлив теперь? Знаешь, какое у меня задание? Найти похищенную девочку. Это ты во всем виноват. И что ты дергаешься? Поезжай. Что? Поезжай? Ты знаешь, кто такой этот Мари? Кто бы ни был, не проблема. Слушай меня. С собой никого не бери. Скажи, что ты поедешь один. Что? Один? Один? Сольный выход? Папа, я боюсь. Спаси меня. Слышал? Подпиши все документы и отправь мне. Иначе некому будет звать тебя папа. Мы пришлем ее тебе по частям. Ты понял? А ну гляньте, кто там. Что там за шум? Здесь полиция. Он не должен уйти живым. За ним.
Что здесь? Что ты прячешься, как девчонка? Выходи! Гумаран! Где вы? Что там? Хватит стучать, барабан порвется. Настоящих преступников вы отпустили, а нас поймали. Он прав. Так почему ты не кричишь об этом на весь город? Братец, как вам это удалось? Ты все сделал за одну минуту? Мы и глаза моргнуть не успели. Даже форму не помял. Где он? Так это ты? Ты не просто спас ребенка, ты отстоял нашу честь. Я тобой горжусь. Ты так настаивал на том, что поедешь один. Львы не охотятся стадом. Я не видел человека храбрее. Правда, он похож на меня, только помоложе и без усов. Да, сэр. Слышал, твой отец и дед служили в полиции. Так это у тебя в крови. Ты прирожденный полицейский. Нет, сэр. Мы все должны брать с него пример. Я его хвалю, а он и ухом не ведет. Как будто все это сделал не он, а кто-то другой. Этой скромности вам стоит поучиться. Ясно? Да, сэр. Это заслуживает награды. Давай. Сэр. Это символ доблести. Храни его. Знаешь, как он ко мне попал? Скажи ему. Старый кузнец? Зачем говорить о старых победах? Поговорим о новых. Удачи. Всего хорошего.
За мной. А вы что, сидите без дела? Наш мальчик совершил подвиг. Сыграйте для него. Они хвалили меня без конца. Восхищались, поздравляли. Ну и хорошо. Радуйся. И все-таки мне немного страшно. Если они узнают, что это сделал ты, а не я, мне придется тебя арестовать. Нет, они наденут нам обоим наручники и посадят в одну камеру. Ты что меня пугаешь? Нам надо было родиться близнецами. Тогда бы никто ничего не заподозрил. Чего ты боишься? Мы оба можем бороться с несправедливостью. Кровь полицейского в крови у нас обоих. Если у бандитов могут быть наемники, почему их не может быть у полиции? Что ты сказал? Что в этом городе водятся тигры? Так давай поохотимся на них. Ну, тогда я спокоен. Вы бестолковый! Откуда ты взялся? Я только что купил этот скутер, а ты уже успел в него въехать? Специально, что ли? Извини, зачем бы я стал делать это специально? Значит, нет? Что за утро сегодня? Ты глаза дома забыл? Подожди, я все исправлю. Не трогай! Он опять его уронил. Хорошая вмятина. Сейчас у тебя будет вмятина. Ты испортил мой новый скутер. Я только утром забрала его из салона. Так долго подбирала цвет. Безмозглый ты болван. Вредитель. Послушай, я предлагал тебе его починить. Так что говори с уважением. Какое уважение? Может, на тебя гирлянду повесить? Полиции на тебя нет. Ну что вы кричите, мадам? Парень же сказал, что починит. А вы помолчите. Почему вы меня спрашиваете, а не его? Ростом с пальму, а ума нет. Вот ты выглядишь прилично, а языком как помело машешь. Скажи спасибо, что ты женщина. И что из того, что женщина? Да я тебе глаза выцарапаю за твои подвиги. И что ты мне сделаешь? Ты со мной таким тоном не говори. Я так тоже могу. И как? Что ты собираешься говорить? Отвали. Отвали? Я убью тебя! Он уже ушел. Какой-то бандитский город. Я как раз об этом тебе и говорил. Мужчины, ладно, но и женщины туда же. Ты это о чем? Я нечаянно сбил скутер какой-то девушки. Ты бы слышал, как она орала на меня. Болтала за троих. Ты только посмотри, что он натворил. Зачем ты его отпустила? Людей было много, приходилось держать себя в руках. Ей бы еще трезубец, вылитая богиня Кали. Какое тебе дело до людей? Почему ты не поставила его на место? На этот раз с него хватит и моего взгляда. Но если он еще хоть раз мне попадется, ему точно конец. Так и знай. Еще хорошо, я ей попался. От тебя она бы мокрого места не оставила. Слишком разговорчивая, да? Может, посадить ее за решетку? Не надо. С такими женщинами лучше не связываться. Целее будешь. Ну ладно. Как я могу дать вам один и тот же номер? Что вы говорите, сэр? Это мое счастливое число. Поэтому я и прошу. Может, вы мне скажете, кто это? Я с ним поговорю. Вон тот джентльмен. Очень мне надо обращаться с просьбами к незнакомцам. Какие есть для этого процедуры? Если нужно, я заплачу. Сэр, я уже говорил, это мой счастливый номер. Я заплачу, сколько скажете, но мне нужен именно он. Я бы уступил кому угодно, только не ей. А с чего это он должен мне уступать? Скажите мне, сколько заплатить, я заплачу. Я ничего не могу сделать, если вы так будете спорить. Одному из вас придется уступить. Ладно, сэр. Я согласен.
Хорошо. Значит, вы можете взять этот номер. Я не уступаю, сэр. Я подсчитал, если сложить все цифры этого номера, получится 13. Число дьявола. В самый раз для такой ведьмы. Стой! Кого ты ведьмой назвал? Да как у тебя язык повернулся? Куда ты? Стой! Стой! Трус! Ты трус! Ты слышишь, что ты трус? Что ты так кричишь? Что? Я кричу? Это все из-за него. Он поехал. Да чтоб тебя! Кто это? Вчера он разбил мой скутер. Сегодня назвал меня ведьмой. Это он? Жаль, я лица не видела. Если я еще раз увижу его лицо, я его точно разобью. Он так хвастался своим бизнесом, а у него добычу увели из-под носа. Сурлай, что бы мы сделали, если бы этот инспектор явился к нам? Мы бы отрезали ему руки и ноги и отправили на корм рыбам. Мы работаем в море. Может, им в еду немного соли добавить? В Туттукуди только одно море, и флаг над ним будет только один. Видел? Это все из-за вас. Слушай его теперь. Доволен? Не волнуйся, Мари. Не волнуйся. Большой брат думает, что этот инспектор такой же, как те, что были до него. А он совсем другой. Настоящий огонь. И он себя еще покажет. Нам лучше отойти в сторонку и смотреть на это представление. Да, слушаю. Тебе брат ничего не говорил про девушку? Ничего. Мы с твоим отцом давно знаем эту семью. Пусть посмотрит на девушку и даст ответ. Уже неделя прошла, от него ни слова. Ее семья говорит, сегодня как раз благоприятный день. Скажи, пусть съездит. Ладно, я об этом позабочусь. Братишка. Что? Кришнамурти звонил. Да ну его. Делать ему нечего. Почему? Ты не хочешь жениться? Работа у тебя есть, а что дальше? Отстань. Или ты положил глаз на какую-нибудь полисменшу? И что? Мы всю жизнь будем сами себе готовить. Как раз подходящее время. Сходи и познакомься с ней. Это все верно. Но я не могу ехать в ее дом. Я стесняюсь. Может, ты съездишь? Это тоже мне делать? Ну, пожалуйста. Сестра, что ты сидишь? Ты до сих пор не готова? А что? Разве я не похожа на девушку? Пусть видит меня такой, какая я есть. Чего тут еще готовить? Жених потрясающий. Он мне сразу понравился. Не надо выдвигать никаких условий. Он просто супер. Правда? Правда? Дай-ка мне карандаш. Жених не приехал, приехал его брат. Если ему девушка понравится, то и жених согласится. Конечно. Когда женихи меня видят, они тут же находят кучу отговорок. А теперь один будет смотреть, а другой соглашаться. Для него и эта сари подойдет. Безмозглый болван! Отвали! Что? Та самая?
Слава богу, мы спаслись. Кришнамурти хотел нас отправить на съедение этой ведьме. Все равно он обо мне ничего хорошего не скажет. Этой свадьбе не бывать. Не надо было с ним ругаться. Могла бы быть поспокойнее. Нет, думаю, все получится. Ты что? Ты же сам говорил, что она похожа на богиню Кали, что болтает за троих. Говорил. Но такая девушка для тебя самый подходящий вариант. У нее достаточно смелости, чтобы говорить в присутствии стольких людей. И говорила она правильные вещи. Я же разбил ей скутер. С чего ей со мной любезничать? Он сам виноват. Как я могла не ругаться? Не защищай его. Дома она совсем другая. Вот увидишь, тебе понравится. Правда? Да. Жених согласен. Им понравилась девушка. Спрашивают, на какое число назначить свадьбу. Сестра! Бабуля, я приму душ. Ответь, если будут звонить. Хорошо, дорогая, иди. Куда ты дело мыло? Ты слышишь меня? Джаянти? Бабуля, ответь на звонок. Она в ванной. Перезвоните позже. Когда вы пришли? Дома никого нет. Мне даже нечего вам предложить. Бабуля? Не нужно, я все видел. Число, время, меню. Вы тоже посмотрите, если нужно. А потом нам скажете. Нет, в этом нет необходимости. Вы уже обо всем позаботились. Хорошо, что между нами нет разногласий. Тогда мы все подготовим. Я пойду. Хорошо. Вы так ничего и не съели? Мне и так хорошо. Я хотела отблагодарить. За что? Вы не обиделись на мою сестру и согласились на свадьбу. Спасибо. Это вам спасибо. За что? Для спасибо не нужен повод. Что ты тут раскричалась? Бабуля, одну минуту. Стой там. Чуть назад. Еще назад. Боже. Бабуля, подожди. Иди сюда. Зачем? Иди же, что тебе? Обмотайся полотенцем. Зачем? Просто так. Пройди здесь и распахни его. Давай. Распахни. Боже, он все видел. Я должна была догадаться. Видел. Ну, конечно. Конечно, видел. Мотатила, мульги ведом мотатила. Дама, 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 дама.
Братец, похоже, ты не только для меня девушку присмотрел. Ты что, еще не оделся? Идем. На вкус как ладу. Не смотри. Свет. Ты что здесь делаешь? Спать собираюсь. Мне нужно одеяло, подушка. Не шуми. Они в соседней комнате. Что за люди? Бабушка идет. Что будет, если она увидит нас вместе? Свадьбу уже сыграли. Что ты переживаешь? Ты так говоришь, будто нашу свадьбу сыграли. Это твой брат женился. Джаянти, сделай что-нибудь. Идем. И куда все подевались? Ни одной приходится все убирать. Еще хорошо серебра не было, а то бы кто-нибудь точно стащил. А жених очень даже ничего. Теперь я должен благодарить твою бабку. Благодари.
Стой! Разгружай. Смотри аккуратнее. Держи. Осторожно. Осторожно, осторожно. Вот так. Что ты улыбаешься? Куда ты смотрел? Нарочно, что ли? Ты нарочно это. Это он сделал. Поднимай. Мило. Даже моя комната может хорошо выглядеть. Вот зачем в доме нужны женщины? Это не для тебя. Для меня и бабушки. Значит, и вы в качестве приданного прибыли. Я думал, вы на время приехали, оказывается, навсегда. Да. И не садись ко мне так близко. Бабушка может войти. Уходи. Вы приехали и все здесь перевернули вверх дном. Осторожнее, несите наверх. Зачем наверх? Оставьте его здесь. Пусть несут наверх. Идите. Совсем меня не слушаешь. Давайте, давайте. Ну, что там случилось? Не пролезает. Несите вниз. Ну вот. А что я говорил? Одну минуту. Он младше тебя? Нет, старше на 2 года. Что-то я не заметила уважения в твоем тоне. Я с детства так с ним говорю. В детстве это было нормально. Но теперь он женатый человек. Говори с ним, как подобает. Если ты не уважаешь его возраст, уважай хотя бы его положение. Хоть кто-то должен тебя этому научить. Ты и на меня тогда голос повысил. Но тогда я еще тебя не знал. Чем ты занимаешься? Да ничем. Ничем? И гордишься этим? Не думаю, что ты так и будешь сидеть у брата на шее до конца жизни. Попробуй подыскать себе работу. Кого мне слушать, если вы говорите одновременно? Что? Слушаю. Ну что, инспектор, справился с нами, да? Сегодня к большому брату прибывает товар. Что ж, ты перед ним свою храбрость не показываешь? Про контрабанду, да? С утра уже 4 раза звонили. Но никто ничего не зарегистрировал. Все боятся большого брата. Но вы с ними справитесь, я уверен. На них живого места не останется. В этот раз тоже один поедете. Это еще кто? Развлекся посреди дороги. Пьяный, что ли? Иди-ка, посмотри.
Что ты сказал? И ты считаешь себя крутым? Просто так отдал ему весь товар. Да ты знаешь, сколько он стоит. Кто он такой? Кто он? Ну что, большой брат, весь город только о тебе и говорит. Кажется, новый инспектор конфисковал весь твой товар. Наверное, твои люди не знают его стоимости. Ты вроде собирался скормить его рыбам, если он осмелится сунуть нос в твои дела. Не получилось? Как же так? Ублюдок. Ты это слышал? Он нас утешает. Смеется над нами. Это полицейский или сам дьявол? Я его недооценил. Он крепкий орешек. Его отец и дед были полицейскими. Поэтому он такой смелый. Это настырность у него в крови. А ты им восхищаешься? Что нам делать? Он вмешался в наш бизнес. Нам же надо что-то придумать, чтобы припугнуть его. С кем он живет? В чем его слабость? Парни говорят, у него есть брат. Болтается без дела. Поймать его? Выполняй. Как я могу один съесть целую курицу? А что? Работать один ты можешь, так почему не можешь есть? Ты один отобрал весь товар у такого бандита. Я слышала. Ешь. Ты так рано собрался есть, идешь работать в правительство? А ты уже давно поела. В банке работаешь? У этого парня на все есть ответ. Весь город только о тебе говорит. Говорит, новый инспектор сделал большое дело. Мы так рады это слышать. Ешь. Прошу тебя. Ешь. Подожди, зять, это специально для тебя приготовила. Попробуй. Куда мне сразу две курицы? Зачем? Ничего, ешь. Ладно. Вкусно. Хорошо. Ты когда пришел? Когда ты приступил ко второй курице. Ты еще не ел? Я не могу есть с пустой тарелки. Тебе ничего не положили? Ждут, не оставишь ли ты что-нибудь? Когда едят, не разговаривают. Это тот, кто ест. Я больше ничего не буду. Это не тебе, это мне. Я на работу опаздываю. Ладно, я пошел. Мне тоже надо торопиться. Твоя сестра. Где? Где? Вкусная ножка. Еще одну можно? Джаянти. Я упаковала тебе обед. Не забудь, когда будешь уходить, сестра увидит. А тебе нравится?
Эй, подожди. Купи вот это и не болтайся по улицам. Возвращайся скорее. И что там, братец? То, что ты слопаешь на ужин. Ясно. Ну что, где вы? Мы едем за его машиной. Он с братом. Не трогайте его, пока с ним рядом брат. Хорошо. Подстерегите его, когда он будет один. Да. Останови здесь. Пока. Пока, брат. Бедняга. Братец, остановитесь. Кто-то чуть не сбил этого бедного щенка. Подвезите до больницы, тут недалеко. Ну что, взяли этого щенка? Да, даже двух. Он сам угодил прямо к нам в руки. В общем, мы скоро будем. Да, мы едем. Везите его сюда. Братец, сейчас налево. А теперь направо. Здесь налево. Налево, братец. Заткнись ты. Мы едем в ангар. Он у нас. Будем через 5 минут. Сурлай, звони этому инспектору. Инспектор Тирумурти. Эй, полицейский, ты забрал мой товар. А я забрал твоего брата. Верни мне товар. Или брата по частям будешь собирать, если найдешь. Ты понял меня? Он не дрогнул, даже когда они похитили его родного брата. Долг превыше всего. Может, у него каменное сердце? Настоящий полицейский. Ничем его не проймешь. Если бы у него были мозги, он вообще бы не стал с нами связываться. Наверное, он испугается, только если увидит лужу крови. Сурлай. Братец, послушайте меня. Дайте я сам с ним поговорю, он меня послушает. Пожалуйста, братец, всего один раз. Умоляю. Вот так бояться должен твой брат. Звоните ему. Инспектор Тирумурти. Брат, мне страшно, брат. Здесь так темно. Вокруг сплошные бандиты. Я так боюсь. Брат, приезжай через 10 минут. Ты слышал, что сказал тебе брат? Не придешь?
увидишь его мертвым. Сэр, эти люди очень опасны. Они способны на что угодно. Хотите, я вызову спецотряд? Они мигом примчатся. Нет-нет. Нет. Да что с тобой? Он сам тот еще спец. Еще пристукнет тебя за такое предложение. Если он молчит, значит, у него есть какой-то план. Сурлай. Не думаю, что у этого инспектора есть хоть какие-то родственные чувства. Он не придет. Отруби ему палец и отошли инспектора для наглядности. Братец, прошу вас, не надо. Не надо, братец. Послушайте меня. Прошу. О, боже, мой палец. Наверное, готово. Хотите вернуться посмотреть? Нет, сам возвращайся. Говорил же тебе, береги пальцы. Бейте его! Смотрите, не промахнитесь. И что? Это называется удар? Не надо! Не надо! Не хочешь? Нет. Нет, не надо. Не получилось. Подходи, давай. ICIC, мы предлагаем вам открыть счет. Нет, я как раз закрываю счет. Перезвоните позже. Слушай, босс, он здесь все перевернул вверх дном. У него такая же сила, как и у его брата. Они оба расправляются с людьми, как с мухами.
Я горжусь тобой. Они похитили твоего брата, но ты не сдался. Не отдал им конфискованный груз. Ты настоящий полицейский. В твоих глазах я не вижу страха. В них огонь. Верно. Если бы таких, как ты, было бы больше, мы бы очистили весь город. Обычные задания не для тебя. Ты рожден для великих дел. Если ты доставишь весь груз к зданию суда, я уверен, что тебя сделают главным интендантом отдела борьбы с контрабандой. Давай. Он пропал, сэр. Не страшно. Дай я тебя поцелую. Босс, завтра инспектор везет наш товар в городской суд. Не знаю, как ты это сделаешь, но он не должен доехать до суда. Братишка. О, боже. Зачем ты все сжег? Я же обещал доставить груз в суд. А теперь что я скажу? Я не дурак, чтобы его жечь. Весь товар в этом поезде. Что ты говоришь? Где? Иди сюда. Когда ты его погрузил? Еще до того, как его люди залезли в этот поезд. Супер, братец. Супер! Вы просчитались. Он доставил все в суд. Товар был в поезде раньше, чем в него сели наши люди. Он не только силен, но и очень умен. Нам бессмысленно тягаться с ним. Он ведет другую игру. Мы тоже должны сыграть по-другому. Как поживаете? Надеюсь, все в порядке. Вы родились в этом городе. Наверное, видели меня с самого детства. Почему вы не рассказали обо мне своему мужу? Раз он женился на моей землячке, мы должны прийти к соглашению. Он не отбирал у меня товар, я его не загружал. Сурлай, неси сюда. Поставь. С сегодняшнего дня я буду выделять ему долю в каждой поставке. Это законно, но что, Сурлай? Встань, я сказала. Ты знаешь, с кем говоришь? Кого ты пытаешься купить? До этого дня ты не встречался с настоящим мужчиной. Если кто-то тебе мешает, ты или добиваешься их перевода, отрубаешь им руки и ноги, поджигаешь их, так?
Теперь появился мужчина, готовый сразиться с тобой, и ты испугался. Сразись с ним, как подобает мужчине, а не пытайся подкупить и привлечь на свою сторону. Если он об этом узнает, он перестреляет вас, как воробьев. Если вы останетесь здесь еще минуту, я не смогу поручиться за вашу жизнь. Уходите. Вон. Уходите. Повторять не буду. Быстро. Вон. Когда ты пришел, ты все слышал? И как? Я хорошо сыграла роль жены полицейского. Весь город его боится, а он тебя боится. Я так рада. Идем обедать. Мы с тобой не петарду подожгли. Ты видел настоящий огонь. Больше тебе никого не нужно. Такой жены больше, чем достаточно. Зачем вам это, босс? Такому человеку, как вы, не следовало унижаться до разговора с ней. У этой женщины слишком длинный язык. Думаешь, я такой дурак, чтобы идти на мировую без причины? Он мне ни брат и ни сват, чтобы ему фрукты носить. Не он один умеет поджигать фейерверки. И покупаем мы их в одном и том же месте. Наши тоже взрываются. Босс. Останови машину. Выходим быстро. Мы же оставили корзину в его доме. Как она попала обратно? Я забрал ее, разделка не состоялась. Босс, босс! Ты теперь инспектор отдела по борьбе с контрабандой. Удачи! Начинай новую охоту. Да, невестка. Жених приехал? Нет еще. Жду. Смотри внимательнее, не пропусти его. Он уже несколько лет не был в Индии. Впервые я тебе доверила важное дело. Так что ничего не напутай. Хорошо. И если он спросит тебя о Джаянти, не распускай язык. Пусть сам с ней познакомится. Понял? Да. Добро пожаловать, жених. Как ты узнал, что это я, жених? Видел в кино много таких женихов из Америки. Ты точь-в-точь, как они. Я Джаянти с детства не видел. Как она сейчас выглядит? Великолепно выглядит. За ней глаз да глаз нужен. Опиши ее. По весу легкая, по росту подходящая. У нас хорошая комбинация. Да? Потрясающе. Готэм, как ты? Отлично. Как родители? Тоже. Идем. Бабушка. Бабуля. Как дела? Узнаешь, бабушка, это Готэм, наш сосед. Тот самый, который по улице в одних трусах бегал? Да он до сих пор в них бегает. Проходи. Мой муж. Привет, как дела? Это Готэм, жених. Что ты так смотришь, не узнаешь? Это Джаянти. Что ты молчишь, помнишь ее? Типа того. Мы знакомы с самого детства. Они были нашими соседями. После колледжа он уехал в Америку. У него даже зеленая карта есть. Знаете, какая у него зарплата? Всего-то 10 лакхов. Слышали? Можете представить?
Готэм, она тебе нравится? Да, но... Как вам жених? Хорошо. Очень хорошо. Я сама выбрала. Обсудим дату свадьбы. Подожди, подожди, одну минутку. Вы все обсудили с моими родителями, но я специально приехал сюда на пару недель. Сначала мы должны получше узнать друг друга, познакомиться поближе, так сказать. Ну да, узнать лучше. И что нам делать, Готэм? Мы должны выходить куда-нибудь, встречаться, беседовать. Только тогда можно будет все решить. Хорошо, можешь пригласить ее куда хочешь. Этому парню все равно нечем заняться. Он здесь все знает. Будете брать его с собой. Прекрасно. Можем пойти куда угодно, я готов. Хоть сейчас. Босс, я знаю отличное место. Специально для парочек. Очень романтичное. Уж поверь моему опыту. Да ты говоришь, как настоящий эксперт. Поехали, поехали. По-моему, неделя — это слишком много, босс. Для того, чтобы химия сработала, будет достаточно одной этой поездки. Химия? А после увезешь ее в Америку. Точно! Ты шутишь? Или серьезно? Твой брат говорит хорошо, ты очень хорошо. Я должна выйти за него и уехать жить в Америку? Что? Конечно! Он похож на ощипанного петуха. Я должна стать его женой? Что ты имеешь в виду? В твоем сердце нет для меня места. Ты держал меня за руку, ловил мои ноги. Это что, все ложь? Когда это вы держали за руки? А что ты делал с ее ногами? Что происходит? Я с тобой говорю, а ты спокойно ведешь машину.
இந்த முத்தம் தான் போதுமா இன்னு ஒண்ணு தான் வேணுமா இந்த கண்ணமா அந்த கண்ணமா வேற என்னம்மா என்ன கேட்கதா வேணுமா உதடு கேட்டதா தீண்டுமா மொத்தமாக நீ கட்டி கொள்ளடா நான் கண்ணம்மா அடி மாமான்னு நீ சொல்ல ஏமான்னு நான் சொல்ல ஆவான்னு உள்ளூர கல்லூருது அடி அழகாக நீ துள்ள பழகாத சிறுக்குள்ள இது என்ன புதுபோதை விட்டுப்புடி என்ன தொட்டுப்புடி இது வில்லேந்து விளையாடும் வேட்டையடி நிறம் மாறும் பூனியடி ஒன்ன பறிக்காமல் தொடுப்பேனடி Алло. 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 Сигнала нет. Эй, что здесь происходит? Ты говорил, что здесь никого не будет. Так ты все это задумал для себя? Я тащился сюда из Америки, чтобы жениться на девушке, у которой есть другой. Ты говорил, что она потрясающая. Мне надо было задуматься еще тогда. Ну, погодите. Я все о вас дома расскажу. Так и знайте, все расскажу. Одну минуту. Все расскажу. Расскажи, прошу тебя. А то мы не знаем, как им об этом объявить. А когда такие истории рассказывают люди вроде тебя, это интересно. Иди рассказывай. Ишь, какие смелые. И расскажу. Расскажу. Где ключи? Ключи. Где они? Где ключи? Как будто их друг к другу приклеили. Дома вам устроят веселую жизнь, вот увидите. Босс, ты слишком разгорячился. Выпей холодненького. Думаешь, задобришь меня своей колой? Не выйдет. Этот жар не зальешь. Вы там веселитесь, а я вас возить буду. Стой. Выходи из машины. В чем дело? Я за тобой от Волонаду еду, а ты не останавливаешься. Куда торопишься? Это что? Кола. А ну-ка, дыхни. Зачем? Это же кола, а не пиво. Дыхни. Ну ладно. Выглядишь как иностранец, а пьешь местный самогон. Что ты туда подмешал? 6253, ответьте. Да, сэр. Превышение скорости? Да, сэр. Пьяное вождение? Очень пьяное, сэр. Заведи на него дело и отправь в тюрьму. Да, сэр. Наша полиция не то что в Америке, босс. Дай ему денег, и он тебя отпустит. Отличная идея. Прошу прощения. Да? Возьмите. Еще и попытка подкупа. Он дает мне взятку. Улики есть? Улики со мной. Занеси в протокол. Что вы делаете, сэр? Что? Вы знаете, кто он? Кто? Он из Америки приехал. У него даже зеленая карта есть. Вот его паспорт. Можете проверить. Калифорния, сэр. Калифорния. Паспорт останется у меня. И без моего ведома вы не сможете никуда поехать. Будете под следствием. Что происходит? Он забрал мой паспорт, собирается завести дело. Я не собираюсь всю жизнь за ним бегать. Что мне теперь делать? Не волнуйся. Мой брат полицейский. Он все уладит. Точно. Я совсем забыл. Можете заводить, что хотите. Любые дела по любым пунктам. Мы разберемся. Верно, босс? Но при одном условии. Каком условии? Я поговорю с братом, улажу твою проблему, а ты ничего не скажешь ее сестре про нас. Конечно, зачем мне что-то рассказывать? Я могу уехать в Америку прямо сейчас. Нет, ты останешься до свадьбы. Какая теперь может быть свадьба? Мы же должны пожениться.
А я вам тогда зачем? Нам же надо куда-то выезжать, встречаться. Ты будешь нашим прикрытием. Видел? Нас обоих одурачили. Младший все это разыграл ради старшего. Что будем делать? Надо разобраться с этой проблемой. Не будем мы с этим разбираться. Это уже не проблема. Младший такой смелый, потому что его брат полицейский. Мы взяли не того парня. Только когда есть стена, можно на ней рисовать. Отпусти меня, сестра увидит. Повеса легкая? Да, ты уже об этом говорил. Идем. Идем. Бабуля, что ты за мужчина? Твоя невеста идет пешком всю дорогу. Мог бы ее понести. Идем. Простите, сэр, бензин кончился. А что вы раньше не проверили? Да здесь заправка совсем рядом, я сбегаю. Давайте скорее. Что ты делаешь? Если сестра увидит, тебе конец. Я только хотел надеть... Вот это другое дело. Где она? Не оборачивайся. Почему? Похоже, она жениху понравилась. Свадьба будет. Инспектор, да? А полицейский-то фальшивый. Прекрати! Слышишь меня? Посмотрите, как он застеснялся. Он всего лишь подставной. Бей его! Садись. Я не могу. Ты что? Езжай.
сэр, это не я взял, это он взял. Он лежал на земле. Давай сюда. Нет, сэр, возьмите, вот. Бежим отсюда. Бросьте его на рельсы. Все в порядке. Все хорошо, все. Я здесь. Ничего с тобой не случится. Не бойся. Не бойся, все будет в порядке. Операция прошла успешно, можете не волноваться. Ну что, видел? Мои люди не оставляют незаконченных дел. Теперь мы закрыли наш счет. Сколько отдаем, столько забираем обратно. Мне сказали, твой брат вчера потерял много крови. Какая группа ему нужна? У нас все есть. Решили устроить маскарад, поменяться ролями. После того, что он получил, твой брат вряд ли сможет ходить. И больше не вернется на службу. Будет просить подаяния на дорогах. Будешь ему помогать? Лучше держись от меня на расстоянии. Подойдешь близко, сгоришь дотла. Моя кровь кипит от гнева. Один мой удар, и ты расстанешься с жизнью. Берегись. Я возьму кровь у вас всех. Но для этого мне не понадобится медсестра. Ты когда-нибудь видел, чтобы лев пил кровь у своей жертвы? Он пожирает ее целиком, не давая ни одной капли крови пролиться на землю. Так сделаю и я. Лучше сохраните кровь, которую сдали. Она вам еще пригодится. Я оставлю тебе жизнь, пока не вернется мой брат. Сегодня отмените ему инъекции. Доктор? Да. Как мой брат? Ему уже лучше. Но сильно пострадали колени. Ему будет очень сложно снова встать на ноги. Зайди к нему. Садись.
Доктор говорит, с ногами все плохо. Могу больше не встать. Знаешь, как я обрадовался, когда это услышал? Не надо будет снова надевать эти ботинки. Я могу выбросить свою униформу. Тот, кто меня бил, называл меня фальшивкой. Я фальшивый полицейский. Сколько еще я буду жить в страхе? Я же не могу каждый раз ждать, что ты меня спасешь. Ты убедил меня, что я должен продолжить дело отца и деда. А теперь смотри. Столько крови. Как будто заново родился. Я могу зарабатывать на жизнь чем-то другим. Не нужна мне эта работа в полиции. Хорошо говоришь. Приятно слышать. Почему ты такой трус? Пока ты боишься, этот страх будет преследовать тебя повсюду до самой смерти. Он сказал, твой брат будет попрошайничать на дорогах, и спросил, буду ли я тебе помогать. А то, что ты говоришь, еще лучше. Да я ради тебя любому шею сверну. Я устроил тебя на эту работу, не ради забавы. Я думал, если тебя бросить в воду, ты наконец научишься плавать. Но ты до сих пор так ничему и не научился. В тебе живет тот же самый страх. Хорошо. Я оставлю тебя в покое. Можешь плыть куда хочешь. Ты сказал, что ты будто заново родился. Почему в этом рождении ты не можешь быть храбрым? Все вокруг верят, что ты настоящий полицейский. Почему ты сам не можешь в это поверить? Если бы та форма, которую носили наш отец и дед, имела для тебя значение, твой следующий шаг был бы другим. Ты бы свел счет за каждую каплю крови, которую потерял. Переломал бы кости тем, кто тебя бил. И доказал бы им, что ты настоящий. Что случилось? Господи, что это? Не о чем волноваться. Что с тобой? Ничего страшного. На фестивале были кое-какие проблемы. Поранился, когда прыгал. Сейчас все нормально, нужно только отдохнуть несколько дней. Ты так спокойно об этом говоришь? Ты узнаешь, что такое боль, только когда сам через это пройдешь. Я уже 3 дня спрашиваю тебя о нем. Ты не сказал мне ни слова. Уходи отсюда. Васанти. А ты помолчи. Бабушка, скажи, чтобы ушел. Уходи, говорю. Что ты так злишься? Раненый лев пару дней хромает, а потом возвращает свою царственную походку. Скажи ему, что у него скоро будет львенок, и к нему вернется его сила. Вставай. Как будто ты просишь кого-то встать после того, как он прилег отдохнуть. Я не могу. Ты все время говоришь, что не можешь. Все ты можешь. Вставай. У меня ноги болят. Тебе-то что, у тебя все в порядке? Я не могу встать. Вставай. Отстань. Послушай, ничего с тобой не случится. Вставай, иди. Ты шутишь? Едем домой, хватит. Я с тобой, давай попробуем. Сказал же, не буду. Как я смотрю, ты учишь его ходить? Этому не бывать. Против нас здесь никто не встанет. Думаешь, твоему брату это удастся? Те, кто пробовал, теперь ездят в колясках, как он. Скажи спасибо, что мы оставили его в живых. Собирайте свои вещички и уезжайте отсюда. Да, поехали. С ним куча молодчиков.
Ты что делаешь? Сиди здесь. Ты куда? Послушай меня, не надо. Эй, не трогайте его. Не трогайте. Я вам говорю, оставьте его в покое. Хватит, пошли отсюда. Мерзавцы! Сволочи! Гады! Ты что там улегся? А ну поднимайся! Что с тобой? Грязные свиньи! У тебя кровь! Я в порядке. Ты встал. И даже через сетку перелез. И даже накричал на них. Я счастлив. И ради этого ты дал им себя избить? Не надо бояться кого-то ударить или от кого-то получить. Мой брат стоит на ногах. Секретарь, подними из архива все дела, которые были заведены на Мари. Похищение, убийство, попытки убийства, нападение, все. Мне нужно каждое из них. Давай быстро. Пошевеливайся. Идемте со мной. Заводите машину. Да, сэр. Бензина достаточно? Что? Не собираетесь сбежать на полпути? Сэр? Не ждали, что я вернусь? Ждал, сэр. Тогда почему вы тогда бросили меня? Потому что я был в вас уверен, сэр. Я не боялся оставить вас одного.
Вы же всегда все делали сами с самого первого дня. Они мне пригрозили и сказали, чтобы я ушел оттуда, и я был очень рад, сэр. Я знал, что вы с ними разделаетесь раз и навсегда. Но тогда что-то не получилось. Я не думал, что с вами такое произойдет. Но я ждал вашего возвращения. И знаю, что теперь-то вы с ними поквитаетесь. Едем к дому Мари? Заводите. Эй, инспектор, ты мало от нас получил. Тебе еще добавить? Дай-ка ножка. Знаешь, на кого руку поднял? А ты знаешь, кто на тебя руку поднял? Полицейский. Я порву любого, кто ко мне приблизится, ясно? Идем. 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 Закрывайте все двери. Закрывайте. Быстро! Опускай. Хочешь напугать меня? Ну, скажи что-нибудь. Давай. Открой ротик. Ну. Ну что, что? Что? А ну пошел. Наручники его. Поехали. Останови. Посмотри, что там. Я предупреждал, поднимешь на меня руку, то еще начнется. Дай сюда, я говорю. Мой брат полицейский, а я бандит. И теперь мы будем ставить условия. А если кто-то будет умничать, я с ним разберусь. А теперь марш отсюда. Сэр, ваш брат поднял шум. Арестуйте его. У закона нет братьев. Выполняй. Именно этого я от вас и ждал. Сэр. Идите же. Чего уставились? Это что за хулиганство? Идем? А ты знаешь, что будет, если мой брат об этом услышит? Он и велел мне тебя арестовать. Идем. Отпусти меня. Слышишь? Иди. Пусти, говорю. Это что еще за шарф на шее? Разоделся как бандит. Наденьте на него те же наручники. Хочешь заковать родного брата? Здесь нет братьев. Полезай. Решил показать свою силу. Наденем один браслет на двоих. Ладно, дома еще посчитаемся. Вы что, меня привязали к этому бандиту? Что смотришь? Надоело мне тут стоять. Я пошел. Оставь меня! Сэр, они убегают. Сэр, обвиняемый бежал. Видите? Как же так? Обвиняемый убегает, а вы просто смотрите. Стреляйте. Стой! Стой, говорю! Стой! Oh!
Не ожидали? Пасанти, на минуту. Жениха нигде нет. А куда он мог деться? Наверняка у себя в комнате. Поищи его. Они уже начали петь гимны. Скоро начнется церемония. А ты здесь спокойно ешь? Как ты собираешься отправить меня в Америку? Все уже готово, не нервничай. Идем. Какой у тебя план? Что ты задумал? Твой паспорт и билет сержант отдаст тебе в аэропорту. Прекрасно. Но как я попаду в аэропорт? Машина ждет тебя. Смотри. Машина? Отлично, отлично. Но там меня ждет столько людей, как я дойду до машины. Вот так. Неплохо. Что ты разоделся как жених? Уйди с дороги. Я его уже отправил. Его там нет. А почему так мало сахара положили? Ты здесь сладости ешь? А что, я не могу поесть сладости на свадьбе? Иди сюда! Жених пропал! Что за ерунду ты говоришь? Наверняка он где-то здесь. Я тоже так думала. Но мы нигде не можем его найти. Церемония начнется через 5 минут. Попроси своих людей его найти. Ты шутишь? Мы полицейские, а не волшебники. Где я буду его искать? Что ты говоришь? Мы из уважаемой семьи. Если придется отменить свадьбу... Какой стыд! Ты сама выбрала этого жениха. Из Америки, с зеленой картой, из хорошей семьи. Ты знаешь его с детства. Я с самого начала в нем сомневался. Он даже родителей на свадьбу не позвал. Тебя это не встревожило? Все отправляла его на прогулки, свидания. Что ты на меня шикаешь? Сейчас не время об этом говорить. Сделай что-нибудь. А ну-ка, прекратите. Ни одного плохого слова об этой семье. Это уважаемые люди. Никто никуда не сбежал. Подождите, не уходите, мадам. Сейчас все начнется. И жених на месте, не бойтесь. Я же здесь. Никто никуда не уходит. Послушай, я тут подумала... Ни слова плохого о невесте. В такой ситуации, может, ты попросишь своего брата... А он где будет искать этого жениха? Я не хочу, чтобы он искал жениха. Скажи ему, что... Может, он будет женихом? Женихом? О чем ты? Он же безработный, болтается без дела. Ты на него вечно ругаешься. Да вы с ним как кошка с собакой. Вряд ли удастся его уговорить. Мало ли, какие у него планы на будущее. Ты только подумай, вы братья, так? А мы сестры. Правильная комбинация. Ну, согласись. Об этом раньше надо было думать. Сейчас-то зачем? Поговори с ним. Я не хочу. Хорошо, не говори ничего. Просто поддержи меня. Ладно. Свадьба будет вовремя, я вам говорю. Эй, пандит, что ты остановился? Читай свои гимны. Эй! Невестка? Вот мерзавец. Сбежал, наверное. Но не переживай, мой брат его найдет. Правда, у нас осталось всего 2 минуты. Пусть едет. Ты же есть? Невестка, я не понимаю, о чем ты говоришь. Брат, а ты что-нибудь понимаешь? Скажи ему. Ты же... Может быть, ты...
Невестка, о чем ты? Ну разве так просят? Упади ему в ноги. Женись на моей сестре, умоляю тебя, не отказывайся. Что с тобой, невестка? Зачем падать мне в ноги из-за такой мелочи? Хватит, а то мне неловко. Встань, невестка. Что это вы задумали? Сначала хотели, чтобы я вышла замуж за парня из Америки, теперь за этого бездельника? У меня нет родителей, чтобы за меня заступиться, и ты готова выдать меня за любого проходимца? Кого ты назвала проходимцем? Ты посмотри, какое у него невинное лицо. Мы просто не разглядели его как следует. А если у него нет работы, значит, все время он будет проводить рядом с тобой. Ты должна радоваться, что выходишь за такого парня.
Сурлай, почему здесь никого нет? Где все? Что за наглость? Вошел в мой дом, да еще уселся у меня во дворе. Я же не вор, чтобы прыгать через крышу. Я пришел вернуть тебе старый должок. Хочу полностью с тобой рассчитаться. Эй, полицейский! Инспектор Тирумурти! Да кто бы ни был, ты знаешь, где ты, знаешь, с кем ты говоришь, знаешь, кто такой большой брат. Если ты посадишь его в тюрьму, здесь такое поднимется. Весь город будет в огне. Никто не уцелеет. Я не собираюсь его арестовывать. Я хочу арестовать тебя. Идем. Босс! Идем. Идем. Залезай. Я боялся, что он приходил за тобой. Слава богу, что за Сурлаем. У него наверняка есть какой-то план. Сурлай очень важный человек. Если он откроет рот, нам всем крышка. Он знает, что Сурлай моя правая рука, поэтому и забрал его. Проследите, куда он его везет. Быстро! Только попробуйте меня тронуть. Знаете, что с вами сделает большой брат? Знаете? Кажется, дождь собирается. Что с тобой? Смотри, какое солнце. А почему нам пришли такие счета за электричество? Это все бабка. Смотрит целыми днями свои сериалы. Верно. Ну что, где они? Колесят по всему городу, нигде не останавливаются. Следуйте за ними, куда бы ни поехали. Участок проехали. Они везут его в какое-то другое место. Выясните, в какое. Не спускайте с них глаз. Может, чай выпьем? Да, скажи, пусть остановится. Идем. Нет. Идем, не бойся. Не бойся, в нем яда нет. Это обычный чай. Пей. Ты у стольких пил кровь, а чай пить боишься? Босс, они в чайной. Он пьет с ними чай. Они похлопали его по плечам и ушли. Я вообще не понимаю твой план. Ты сказал мне арестовать Сурлая вместо большого брата. Мы с ним даже ни о чем не говорили. Выпили с ним чай, высадили его и уехали. Чего ты добиваешься? Это мы знаем, что мы ни о чем не говорили. Он долго ехал с нами. Пил с нами чай. Даже если он будет клясться, что ничего нам не говорил, они ему не поверят. Братец! Говорите, босс. Да, он здесь. Приказывайте, босс. Я ничего не говорил. Он был с большим братом 25 лет, а тут не сказал ни слова в его защиту. Сейчас он все нам сам выложит. Убить его, босс? Я же ничего не говорил. Убей. Держите его. Нет, нет. Господин инспектор. Остановитесь! Сбавь скорость. Сэр!
Я был с ним 25 лет. Я все о нем знаю. А теперь он приказал меня убить. Я расскажу все, что вы хотите знать. Все расскажу. Сурлай все им рассказал. Этот инспектор теперь повсюду хватает наших ребят. Мы не можем продолжать свой бизнес, пока здесь этот инспектор и его брат. Нападайте на меня. Нападайте. Босс. Нападайте. Если я прошу нападать, нападайте, а не валяйте дурака. Я уже давно не брал в руки секач. Хотел проверить, насколько согласны мое тело и ум. С уходом Сурлая наша игра не закончилась. Теперь я сам буду играть. Должен остаться либо я, либо инспектор. За мной. Алло. У меня очень болит живот. Что? Можешь приехать? Да, сейчас еду. Что случилось? Что с тобой? Сэр, посмотрите на меня. Сэр, что здесь произошло? Большой брат приходил искать вас, но не нашел. Забудьте обо мне. Они ужасные люди. Не упустите их. Большой брат со своими людьми приходил в участок. Увези Сурулая в другое место, его нельзя там оставлять. У моей жены сильные боли, я отвезу ее в больницу. Слушай меня внимательно. Закрой все двери и никому не открывай. Только мне. Поняла? Хорошо, я еду. Ah!
Васанти, где ты? Возьмите. Сестра. 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 Сестра! Оставьте ее! Эй! Она новобрачная, да? Не трогайте ее! Решил показать свою силу, когда в доме одни женщины? И ты мужчина? Трус, трус. Я не баба, чтобы много болтать. Ты говорила, твой муж перестреляет нас, как воробьев. Говорила? Говорила. Так позови его сюда. Позови его. Ну что? Ты побил стольких людей. Ударь меня. Полицейский. Посмотри на себя. Как же ты мне надоел. Теперь мой черед. Любая крепость рано или поздно рушится. Если сюда придет мой брат, он никого из вас не пощадит. Так что, если вам дорога жизнь, бегите. Бегите отсюда со всех ног. Пока он еще не приехал. Бегите. Как ты в него веришь? Думаешь, он придет? Если он и придет, он увидит только твой пепел.
Ветер на твоей стороне. Наверное, у тебя длинная линия жизни. Это не ветер. Это ураган. Сейчас ты познакомишься со львом. Вези ее в больницу. Идем. Мне больно. Очень больно. Но я вытерплю. Как они посмели ворваться в этот дом? Никто из них не должен уйти отсюда живым. Никто. Идите оба. Идем. Куда ты его уводишь? Убей его. Нет. Здесь больше не должно быть таких, как он. Мы проведем его по всем улицам, чтобы другим неповадно было. Идем. Не давай ему шанса. Он бандит. Бешеная собака. Ползучая тварь. Он должен умереть прямо сейчас. Убей его. Нет, послушай меня. На нем множество дел. Его надо судить, и его приговорят к смерти. Что ты завел свои полицейские речи? Он должен умереть сейчас. Он убил единственного свидетеля, который у нас был, а теперь ворвался в наш дом. Убей его, или это сделаю я. Послушай меня. Не сходи с ума. Мы не должны брать закон в свои руки. Слушай, что я тебе говорю. Дай пистолет. Отдай, я говорю. Сэр, не слушайте его. Он же сумасшедший. Делайте то, что должны делать. А ты что вмешиваешься, когда братья разговаривают? Убью! Ну что ты меня с толку сбиваешь? Что я, по-твоему, должен делать? Ладно, мы спорим только о том, должен он умереть или нет. Не будем принимать решение. Пусть решит пистолет. Пистолет? Это как? Сейчас посмотрим. Если дуло укажет на него, он умрет. Согласен? Ладно.
Ветер на твоей стороне. Ты труп. Фильм «Лингусами». Супер! Ты вырвал с корнем всю банду. Я горжусь, что у меня есть такие офицеры, как ты. Но ваша охота не должна заканчиваться на этом. Я тебя хвалю, а ты, как всегда, молчишь? Нет, сэр. Что? Нет, сэр. Просто я нервничаю каждый раз, когда вы начинаете меня хвалить. Дело в том, что все это я сделал не один. Извините, сэр. А кто же тебе помог? Бог? Нет, сэр. Мне помогал мой брат. Да, сэр. И моя совесть не даст мне спокойно спать, пока я в этом не признаюсь. Накажите меня, если... Сэр, прошу вас. Мой брат ничего не делал. Это я. Как раз об этом он и говорил. Накажите меня, если хотите. Твой брат полицейский, а ты полицейский под прикрытием. Работаете вы оба, а жалование получаете только за одного. За что же вас наказывать? Вам медаль надо выдать. Продолжайте в том же духе. Да, и еще одно. Там на тебя какие-то 4 бумажки. Их надо закрыть. Хорошо? Ты поможешь мне с этими бумажками? Это же фальсификация. Не могу. Эй, ты это говоришь? Какая самонадеянность. Только поступила, уже стреляет с одной руки. Обычно люди заканчивают учебу, а потом поступают на службу, а он сначала пошел служить, а потом учиться. Что вы за него вступаетесь? Кто он такой? Брат.